Привет! Иду сейчас в магазин за подарками. Ребенка уложила спать на балконе, муж до сих пор еще спит, хотя время сейчас сколько? 11:41. Трындец. Ребенок у меня будет спать примерно до 1:30, я так полагаю. И после этого я ее быстренько покормлю и понесусь. Мы поедем в Рио. Там будет детский день рождения. Я пригласила одна знакомая мама-блогер. Ее девочке Тасечке 3 года исполнилось пару дней назад. И вот они сегодня празднуют. Но основная программа детская, она как раз-таки с 11 до часу дня. Блин, а у меня ребенок в это время обычно спит, поэтому приедем позже и так ненадолго. Тут уже хожу по магазинам, блин, наверное, полчаса, не могу все определиться, что ребенку покупать. Решила пока начать с этих аксессуаров. Купила, короче говоря, такую корону. Ну, она милая. И под цвет точно такой же, типа клатч. Вот такусенький. На цепочке. Ну, мне кажется, любой девочке, да и вообще, очень прикольно будет. Она будет ходить в этой короне с этим клатчиком, класть туда свои сокровища. Вот, и будет, надеюсь, что довольна. Также я сейчас пойду выберу все-таки лего, потому что лего много не бывает. Это такой беспроигрышный подарок. Даже если набор одинаковый, все равно детальки, они всегда в ходу. Вот, и, ну и, наверное, все. Может быть, сейчас еще забегу в буквоед, потому что мне надо упаковочные бумаги купить немножечко. Я тоже там собираюсь скоро подарок отправлять новогодний одному блогеру. Мы решили с девочками-мамочками устроить перед Новым годом обмен подарков. У нас там 30 человек, и все мы меняемся. На самом деле вся эта история с этими подарками, ну, лишний повод узнать нового человека для себя. Ну, или, может быть, не нового, но просто смотришь видео человека, пытаешься понять, что человеку нравится, и как-то пытаешься найти подарок более-менее подходящий. Но, опять же, я вот на свой вкус все выбирала, там целую коробку собрала. Посмотрим. Надеюсь, что понравится. Будем снимать еще все вместе видео со вскрытием наших посылок, будем делиться нашими впечатлениями. Вот. И если нам понравится, то это будет у нас традиция такая, но перед Новым годом меняться подарками. Это прикольно. И я не знаю, кто мне пришлет посылку с подарком, кто будет моей феей. Мне жутко интересно. Угадайте, кто тут? Это Басик. Я, кстати, думала раньше, что они только по интернету заказывают, через один интернет-магазин. И долго хотела выбрать какого-нибудь Басика, но тут в детском магазине нашла и поняла, что мне его надо купить и подарить. Вот. Но буду дарить не маленькой девочке, а буду дарить, наверное, Ане. Мне почему-то хочется. Вот захотелось, и все, тут поваренка такого подарить. Я заказала для Ани очень клевый подарок на тему Инстаграма, но он до меня еще не доехал, и, скорее всего, он приедет только на следующей неделе, поэтому мне придется у нее брать ее адрес и ей потом пересылать почтой. Ну, что делать? Такова наша почта России. Слишком долго она везет мой заказ. Какой же лего надо взять? Наверное, возьмем вот такой. Все, все купила, бегу домой из буквоеда. Я тут купила упаковочную бумагу, пакетик. Ненавижу упаковывать подарки, но мне придется это делать. Сейчас будем искать Рио дети. Там нас будут ждать на входе. Домой жутко устали, напрыгались на батутах. Вот у нас тут такая вкусная свинка. Ай! Свинка Пеппа-то упала. Ребенку не дам, сама съем, мне очень есть хочется. Вот. На сегодня это все. До завтра. А что это нам тут привезли? Давайте-ка смотреть. Вкус на дом заморозка. Давайте посмотрим. Целый пакет. Это называется «На всякий случай». День второй. Тяжелый пакет. День первый. День третий.
И вот такая вот штука. Экономьте еще больше, вкус на дом. Это у нас день первый. Нежное сливочное три куриного филе, лука-порея и кабачка. День второй. Чили конкарне с рисом. И день третий. Ароматные лимонные ножки с кускусом. Thank you.
дня мы ели очень вкусно. Спасибо огромной компании «Вкус на дом», которая предоставила нам эти наборчики еды. Я впервые попробовала такого рода сервис на деле. Готовила 3 дня. Конечно, 3 дня подряд готовить для меня это что-то новенькое, потому что обычно я готовлю на 2 дня, и если я что-то и буду в дальнейшем заказывать у «Вкус на дом», то это будут порции такие на 4 персоны минимум, чтобы сразу приготовила один раз и на 2 дня хватило. Если резюмировать, то мой отзыв будет более чем положительный. Мне прислали, в общем-то, все это дело сюрпризом, и я не выбирала определенное меню, нам попалось меню правильного питания, и я не фанат правильного питания, и поэтому я оценила по достоинству 1 блюдо из 3. Ну, хотя все остальные тоже были очень вкусные, но мне не хватило жирности, наверное, или как-то так. Могу сказать, что порции очень большие, я думаю, что это было видно из видео, то есть даже не на 2 человека, а вполне себе на 3 или даже на 4 можно порции разделить. Были некоторые недочеты с граммовками или, ну, допустим, второй день блюда чили кон карне с рисом, допустим, нам там риса не хватило, но рис есть в каждом доме, можно доварить. Вообще, для кого все эти сервисы? Для тех, кто, первое, не умеет готовить, для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, или для тех, у кого не было времени бегать по магазинам, нужно что-то срочно придумать, приготовить, и это отличный вариант. Мне так такие сервисы сейчас набирают огромную популярность, и я бы с удовольствием еще бы несколько дней порадовала себя такой едой и сняла бы подобные видео. Ну, если будет возможность, обязательно сделаю, потому что рецепты правда интересные, необычные, и для меня это в каком-то роде открытие некоторых новых вкусов. Так что, кто не пользовался такими сервисами еды, обратите, пожалуйста, внимание на компанию «Вкус на дом». Правда, очень вкусно, проверено. На этом влог я заканчиваю, и всем пока, до новых встреч!